Antalya Ustan Bizarim, Mustafa Şinavaz'ın Kıfakçiliği Bayırası, Kamandan Şinavaz'ın Altan Balazan'da. Он награждается сертификатом на получение денежного знамения, медалью и грамотой. Второе место занял кандидат мастера спорта Альберт Эксезан, выступавший на лошади по кличке Кай, команда конного завода «Кавказ». Он награждается медалью, грамотой и сертификатом на получение денежной премии. Победителем маршрута номер один для молодых лошадей стал Альберт Эксезян, выступавший на лошади по кличке Школя, команда конного завода «Кавказ». Он награждается медалью, кубком, грамотой и сертификатом на получение денежного приза. Победителю и призерам предоставляется право сделать